Ребят, 9 февраля, Одесса. У нас аномальная жара. Мы уже вот в таком вот прикиде. Я в куртке, но, скорее всего, уже завтра надо уже одевать какую-то максимально легенькую курточку, потому что всю неделю погода держится, просто держится 20-25. Люди купаются на море. Сейчас вам сделаем ставочку, покажем, как купаются. Ходим по Одессе, и тут продают тюльпанчики в разных местах. Смотрим, только что подошли, спросили. Очень красивый букетик, получается 11 тюльпанчиков в очень красивой упаковочке. Там есть розовенькая упаковочка с разноцветными тюльпанчиками, есть просто в красной упаковке, есть розовые тюльпанчики, белые тюльпанчики. Вот так прямо на углах разных улиц продают. В общем, она сказала, что один вот такой вот букетик, где 11 тюльпанчиков, стоит 1000 гривен. Огромная, да, вообще? Очень тепло. И вот дамы идут купаться. Кто скажет на Добранич, Сём, а я скажу на Добранич и люблю тебя! Маниш мене дурманиш, люблю тебя! Ребят, кто-то выращивает елки, смотрите, до следующего Нового года. Как тебя приколываешь? Я первый раз вижу, чтобы в окнах выращивали елки. Ребята, все, сейчас будет модный лук. Все, все девушки уже в юбочках. Все уже в курточках, в легеньких. Реально плюс 20. Реально плюс 20. Очень круто, очень. А капучино с молоком у вас чи без? И спрашивает кот, капучино с молоком или без? Кстати, кот похож типа как на египетского. Да. Скажи. Прикольно. Котик, я пью только латте на ристретто. То есть, чтобы типа было что-то похожее на кофе, но такое. Ребят, такое можно увидеть только в Одессе. Так, кто потерял туфельку? А ну, признавайтесь. Туфелька у Золушки.